Доброе утро. У нас сегодня суббота, 8 часов утра. На улице солнце, тепло, и птички поют. А я пью свой кофе и собираюсь сделать конвертики. И в этот раз попробовать начинку капусту с яйцом. Наконец-то собралась. Вся запыхалась даже. Придется, наверное, идти два раза в машину. Сколько машин-то? Откуда их столько и взялось-то? Народу столько на улице нету, сколько машин. Едут и едут, вообще без остановки. Ну давай последняя машинка и все. Все поехали на дачу, как и я, все собрались и поехали на дачу. Неправильно встали, перепутали полосу, все дружно, стадный инстинкт. Да уж. Смешно. Завтрака в кафе. На завтрак у меня молочный суп с вермишелью. Правильный бутерброд, котлета вниз и чай. Начинай потихоньку, чтобы вдруг, если будет подтекать, так было видно. Где-то может быть от старости высохло. Вон. Ты хочешь сразу много? Да хочу. Думаешь, не заведется что-нибудь? Нет, я думаю, ну да, может быть. Как вкусно пахнет. Люблю запах. Я еще больше выхлопных газов. Да? Ну сейчас заведем. Крыжак, окей, нюхай. Мы приехали в гараж, чтобы завести машину. Вот сейчас заведется, не заведется. Купили аккумулятор, залили бензин. Если она заведется, то будем ее выгонять.
Поэтому вот сейчас буду копать, подкапывать ворота. Пошли заводиться. Заводим? Заводим. Страшно-то как. Я повторю. Это хороший признак или плохой? У нас сразу не получилось в прошлый раз. Давай еще пробуй. Во! Хороший признак? Плохой, хочешь сказать? Нет, Вова, если надо поменять, то мы поменяем, чтобы нам выехать. Но вот это хороший признак. О, и даже эти включили габариты. Чего, страшно? Потому что ну холодно, наверное, от мороза было. Завела. И даже включились габариты. Так, замечательно. Сейчас будем чистить, пыль сдувать. И будем выезжать. Вова, будем выезжать-то? Ну ты пока колёса делаешь, я пойду ворота чистить. О, включил. Нашел свет, да? Да. Все равно горит, да? О. Горит, о. Горит, горит, горит. Я к тому, что мы задохнемся, надо ворота открывать. А, ну-ну-ну, сейчас. Вот тут. Два трупа. Будут. Фу. А с другой стороны, может быть, и не будет ничего, потому что выхлопная труба напротив выхода. Чего? Так, во-первых, я тебе говорю, надо вот это... А, слушай, не знаю, подожди сейчас. У нее шланг где-то, я видел. У нее же шланг одевается. Он должен висеть. А ты его не выкинул? Не-не-не. Он висеть должен. Вот как-то вот так висеть должен. Он все же висел. И кто? Папа. А вот это он и он. Вот, но он висит. Ага, он, слушай, я-то еще не такой. О, все. Все? Все, да. Теперь можешь там ложиться, здесь и можешь не ложиться, нюхать-то будешь. Вспомнил. Да? А вкусно ведь пахнет-то. Ты если что, меня вытаскивай отсюда. Какой длинный нос. Сижу на багажнике машины. В тенечке. Единственное место, где есть тенек от багажника машины. Солнце сегодня вообще слепит. Сижу. Минутная пауза у меня. Окопала, чтобы открыть ворота. И собирала мусор. Ну, в мешки. Два мешка больших. Больших таких мешка белых. Насобирала мусора. Один поставила уже в багажник, второй вот стоит вот. Жарко, на солнце очень жарко. Вот на дуванчике. Ну, что бы на даче делала бы, дуванчики косила бы. Косить, косить и косить. Вот. Жду, пока меня позовут. Мы будем, как я поняла, прокачивать тормоза. Сижу ногами. Болтаю. Сегодня ехали по трассе. Какое-то столпотворение. То ли в самом начале дороги перепускают из-за ремонта. И собирается ну, очень длинная вереница машин. То ли сегодня какой-то насыщенный день. Шли от начала и до конца вереницы машин. И навстречу столько же. Очень много машин сегодня. Очень. Хотя мы вот уже подъезжали к Шаксне пол первого. Ой, показываю гаражи. Вот от солнца ничего, из-за солнца ничего не видно. Думала, себя показывает. Показывает то как раз гаражи.
картинка такая не очень, да? Наверное, у гаража нет у хозяина, а то бы он это бы, наверное, не допустил. Вообще протекает же крыша из-за этого дерева. Сидела и углядела, что не только на этом гараже растет дерево. Да тут, оказывается, везде деревья. О, березка какая красивая. А вон там осинка колосится. Все. Бегу, а тут кто-то ползет. Перебегает дорогу. Что-то не нравится, жужжит. А не слышу, у меня выбывающие. Что там интересного? Ну, ничего, вот, смотри, чур, горшочек так мой. Какой? Вот этот. Ага. Вот алюмишка. Вот это алюмишка. Это не хочу что-то я вот никуда это... пока сдавать, да. Ага. Я хочу его в машину поставить, нет? Зачем? А не знаю. Ну, в принципе, это удобно, если что, вот сложила вот эти тапки. Она, наверное, тяжелая, да? Не, она легкая, это вот продукт этот. Возили колбасу в ней, да вот это раньше, вот в таких ящиках колбасу возили. Нальешь чайку? Да, так-то, где у тебя кружка-то? Ага. Хватит? Хочешь посидеть вот так? Залил тормозухи, не знаю какой. Так зачем? Одна жидкая, другая какая-то вылилась, не знаю. Я же тебе говорила, что это. А чего? Давай купим новую. Тормозную жидкость? Конечно. А ты уже залил? Так я уже залил. И что делать будем? Ничего, сейчас пустим. Ну, она чистая так-то, ну. Не, да хорошо, что качать-то? Ты мне хоть объясни. На среднюю нажимай. И чего? И раз, два, три, и держи. Раз, два, три. Держишь? Держу. Ушла? Да, до конца. Ну, держи, держи. Так. Отпускай. Это, качай теперь опять. Так, где там? Раз, два, три. Держу. Она средняя, да? Ага, вот сейчас что-то пошло. Держи. А? Держу. Держи. Держу. Ой, нашла игрушку. Пыльная, конечно, но это папочкина. Ой, она еще с двух сторон. Возьму с собой. А слушай, а вполне удобно даже сидеть. Удобно. Так, где там? Вот она. Да. Еще в это время горит красная кнопочка. Ага. А все время горит, да? По-моему, нет. Ага. Все, подожди. Все, отпускай. Нет, не горит. Не горит? У-у. Только когда жму, горит. Так. А, нажимаешь только когда горит? Угу. Летом, что ничего не видно. Да, это... Вот это... Или чего это? Там это лаваш.
Ну ладно, все только не придумают этим молоком. Хоть тень появилась. Я нужна? Нет. А все, я сейчас этот залью и все колеса только ставлю. Только опять если мусор, да, выносить. Ну так я вытащу что-то, если ты хочешь куда-то сгонять, да, сгоняй. Нет, все, не хочу час, ничего. Час надо. Час? Да, часто я точно проковыряюсь, еще больше надо. Колеса пока поставлю. Колеса прокачали, да? На что? Да, я что, кучик-то? Ага, он нашел. Вот так все. Впереди один рубильник. Ага.